это из своих выпустил, а который вчера пораненный был, старый голубь, там сидит. Он через решетку их призвал, а они не дружественны друг другу, но принимают. Видишь, он дает им сигнал. Долбят друг друга. Ой-ой-ой. Сегодня 30 января 2023 года, понедельник. Вчера вот этот вот, того голубя, который там сидит, зашел, случайно увидел, что он в крови. Это интересный такой кадр. Голуби, говорят, мира. Еще мира никогда у них не бывает. А через решетку друг друга долбят. А вчера пустил туда, как они начали друг друга ухаживать. Вот этот красным помеченный, это он. Это брат с сестрой. А он ее сразу за жену признал. Вот она где. Видишь, он как ее заботится о ней. Друг за друга я их не могу соединить. Если подправятся, опять унесу голубям туда его. А пока вот так. Этих выпустил, а того в руках держал. А кошек спрятал. Кошки у меня отдельные. Такая есть кошелка для них. Вот сейчас я покажу. Еще свет здесь. Вот она у меня мягко, чтобы прыгать сверху, не взломали. Видишь, лежит тут палец, не видать его. Не видать. А как ее, чтобы видать было, не знаю, как сделать. Ага, вот как. Включи свет. Вот они лежат, где палец лежит, а там видно черненькие ушки. Вот такая вот лежат, чтобы не выпустить, пока я их тех голубей вывожу. Ну, а там видно, чернушка лежит, глаза сверкают. И они у меня здесь, иначе они голубей моих скушают. Вот это вот, живем в комнате такой. Вот это вот маленький горшочек, ночная ваза называется. Потушу. Это самочка, да? Сама она, голубка женского рода. Вот они с ним. Ой, ой, я на ноги привязал. Специально такая веревочка, как закольцована. Вот дал им поесть. Глина с песком. Вот ездит. И вода закрыл наполовину. Иначе она никак не получается. А это я занимаюсь здесь, в интернете. Вот сверху клюет, а она прилипла, самочка. Так-то встречает гостей своих. И тут же ухаживает за ними.
наблюдает за тем, который за решеткой.